Дорогие друзья, сегодня мы представляем новую видеорубрику «Фитодекор». Свой дом можно украсить не только украшениями, сделанными своими руками, или какими-то панно, или вышивкой, но также и особыми растениями. Естественно, узнав заранее, что это за растение, какое у него значение, насколько оно почитаемое и важно для дома, и зачем, в принципе, его заводить, как за ним ухаживать. Сегодня мы представляем фикус. Фикус, вечно зеленое растение, идет или появилось из Индии и сопредельных стран. Оно очень почитаемо в буддизме, индуизме и во многих других религиозных направлениях. Также фикус считается и считался издревле древом плодородия. Поэтому считается, что если женщина, которая хотела бы иметь ребенка, но долго не имела его, обойдет этот символ, этот знак плодородия, то она обязательно забеременеет. Кроме того, фикус считают также символом удачи и благополучия в доме. Его специально заводят в семьях. Ну, о том, что оно почитаемо в Индии и в буддизме, также подтверждается легендами. Так Будда, который пробудился или просветлел именно под фикусом, стал Буддой верховным и просветленным. А маленький Кришна очень любил масло и использовал цветок фикуса, даже не цветок, а листок фикуса для того, чтобы в него собрать масло. И если такой листок свернуть, то в него может поместиться вода в объеме со стакан. Кроме этого, фикусу приписываются также и магические свойства. Он защищает от злых духов, отдает мудрость, оберегает семью. Так что если вы очень хотите быть дружной, благополучной семьей и счастливой семьей, то заводите смело это растение, читайте про него, узнавайте больше, как за ним ухаживать, и, естественно, оберегайте его. И он сторицей воздаст вам. Так что фикус – одно из таких растений, которое можно смело заводить в семье, узнав, конечно, как за ним ухаживать. Берегите себя, будьте здоровы, и делайте все, чтобы ваши близкие были счастливы и благополучны.